то это совершенно какое-то уникальное место. Это же одна единственная школа во всей стране музыкальная. Уникальность такой работы и привлекла меня сюда. Мне кажется, мы открываем для этой довольно традиционной страны такие горизонты, ну вот конкретно для этих детей, которые учатся здесь, которые без этой школы они бы никогда не познали. In a country like Afghanistan, which is emerging from the years of war, civil war, nothing else is more needed than the healing power of music. After the collapse and the defeat of the Taliban, I was very well aware of the hundreds of thousands of orphans and street working children in Afghanistan. And given that personal story of my father, a man who grew up in an orphanage but became the superstar of Afghan music, was one of the source of inspiration for me. از لحظه که دیگه جمعه زندگیم بهتر شده و یک چیز نو آغاز کردیم و یک آله خوب شناختیم. استاد ما خانم دیانا بسیار مهربان است و در هر جا که ما کمک میکنه و بسیار به ما یاد میده که این نوته کنم. Моя миссия состоит в том, чтобы поучаствовать в формировании первого поколения профессионально обученных людей, которые появятся после того, как на долгое время музыка при Талибане была запрещена. Мне очень импонирует идея, что хотя бы каким-то образом я могу прикоснуться к созданию истории, в общем-то.